Сэр, экстренная связь с агентом Тани с фронта. Пожалуйста, оставайтесь с нами, командор. Сейчас они должны подключиться. Подождите. Она не шутит, командор. Если не поторопиться, мы все запишемся в компартию Романова. Понимаете, о чем я? Нет. Нет ничего хуже для солдата, чем потерять рассудок. Я на вас полагаюсь. Установка управления полем боя. Приветствую, товарищи, на ваших экранах Red Alert 2. И теперь одна из моих любимых миссий в Red Alert. Управление боем. Где мы, кстати, получим в свое распоряжение крутые танки призма. Но сначала надо провернуть вот эту вот незамысловатую вылазку по уничтожению пси-маяка. И сделать это надо за 20 минут по игровому времени. Как видите, секунды явно быстрее секунды проходят, поэтому это минут 10, наверное, для нас. Так. Действовать надо как можно аккуратнее. Тут что за дядь? Почему ты не туда пошла? Таня! Установка управления полем боя. Ладно, надо какой-то другой путь выбрать. Более безопасный, скажем. И проходить чисто Таней. Потому что они все толпятся, блин. Это бесит. Где Танька? Она и быстрее, и опытнее, и сильнее. Под мостом... Хотя можно и пройти под мостом, но пойти потом сразу налево, а не на пушке. Конечно, сэр. Пути. Конечно, сэр. Где же вечеринка? Почти там. Да, на пути придется парочек противников перебить. Покажи дорогу. Потанцуй, ракетка! Выдвигаюсь, босс. Ну-ка, детка! Пути! Где же вечеринка, детка? Выдвигаюсь, босс. В принципе, нам желательно никого не убирать и из союзников захваченных никого не убивать. Потому что потом они окажут, так сказать, пользу. Приказ? Выдвигаюсь. Где же вечеринка, детка? Блин, нам надо туда как-то пройти. Я здесь. Почти там. Так, ну-ка, давайте-ка сохраняться, а? А то что-то я вообще не сохраняюсь практически. Приказ понятен. Если я надеюсь, одна пушенция, блин, две пушки. Охренеть, а. В пути. Пушка Мурон, что ли, подняли? В пути. Я здесь. Почти там. Ну-ка, детка. Да, детка. Почти там. По-моему, я очень опасную себе дорогу выбрал. Ну-ка, детка. Пути. В любое время, босс. Почти там. Выдвигаюсь, босс. Почти там. Я здесь. Пути. Ай-лу-лу. Ла-ла. Выдвигаюсь, босс. Давайте-ка пройдем немного по-другому, а? Пути. Вот здесь. Почти там. Готов. Хорошо, что у нас самые крутые морпехи. Легко расправляются с танками союзников. Где же вечеринка? Так, от госпиталя я не откажусь. Пути. Где же вечеринка? Давайте-ка сюда двинемся. Я здесь. Подстреляй. Почти там. Ай, Лулу. Конечно, сэр. Конечно, два раза. Здание захвачено. Выдвигаюсь, босс. Где же вечеринка? Выдвигаюсь, босс. Да, детка. Приказ? Понял. Так,
копайте здание, а? Не занято. Так, наша задача не попасться под Тесла-койлы. Ну, то есть катушечки. И при этом уничтожить пси-маяк. Лучше, конечно, уничтожить еще и эти, как их назывались, реакторы Тесла. Здание покинуто. Буди! Потанцуем! Здание занято. Вот это надо в обход пойти. Ай, Лулу, почти там. Ну, я в идеале, конечно, хочу избавиться от катушек. Я здесь. Потому что, блин, сейчас уничтожим маяк и как черканет по ней. Покажите дорогу, в пути. Да, детка. Так что избавляемся. О-ла-ла. Я здесь. Да, детка. Потанцуем, Кать, постреляйте. Не, хотя пускай они стоят и жрут энергию у красных. Инженер. Так будет лучше. Покажите дорогу. Проблема в том, что я даже не знаю, что еще захватывать тут можно. У нас есть инженер один. Ну куда его послать, сослать? Можно, конечно, противника дохода временно лишить, но... Любое время. Денег у него до хрена, думаю. Любое время, босс. Потанцуем. Так, ну все. Маячок уничтожен. Любое время, босс. Ай, Лулу. Любое время, босс. Где же вечеринка? Так, ну что же все советские силы? Вот они идут уже, наши союзники. Я служу Советскому Союзу. Где-то я? Потеря. Потеря. Да, рашновато. Да, иду. Я служу Советскому Союзу. Где-то я? Идет радиосигнал. Готов, вперед. Командор, это понравится. Это призменный танк Эйнштейна. Транспорт готов. Аккуратно, не обождитесь. Здание занято. Готов. Вперед. Параметры нового ну здания. Все, сейчас надо выйти здание. Поскорее в танки призма, и мы всех снесем нахрен. Хотя двух танков даже будет достаточно. Главное прикрытие, чтобы было. Что мне делать? Страшновато. Строительство окончено. Здание. Параметры нового здания. Подвигаемся. Здание покинуто. Направление командиру. Приказ. Два раза. Конечно, сэр. Да, сэр. Готов. Начинаем наступление. Потеря. Этот солдат одет в ядерный боевой костюм. Они могут облучать большие участки земли, таким образом препятствуют... Чё, охренели? Придется загрузиться довольно далеко. О, очень далеко получилось. Так, чё, переиграл до момента. Параметры нового здания. Здание. Поехали теперь. Поаккуратнее. Пусть он, смотрите, три танка этих смог сохранить даже. Так. Ну, надо успеть до того, как эти... Со своим... Параметры нового здания. Направление команды. Своей этой херней нехорошей придут, в общем. Замечать, зона огня. Ну, если им дать возможность туда будет присесть. Зона огня. Подъезжаем. Этот солдат одет в ядерный боевой костюм. Они могут облучать большие участки земли. Как мы вообще, блин, оказались за вратами. Ладно, неважно. Готов. Параметры нового здания. Юнит здание. Да, готов. Управление командуемся. Ну, два танка явно мало, чтобы так быстро разобраться. Зона огня. Строительство окончено. Параметры нового здания. Управление командуем. Здание. Подъезжаем. Замечательно. Оружие готово. Уже иду. Оружие готово. Вперед! Вперед! Этот
Солдаты одеты в ядерный боевой костюм. Они могут облучать Подъезжай. Большие участки земли, таким образом препятствуя продвижению Подъезжаем. Пехоты и легких транспортных средств. Да, танк призма довольно хрупкие. Не тяжело сообщать это, но мы потеряли Таню. Миссия провалена. Стоп, чего? Не понял, во-первых, где деньги? А во-вторых, как я потерял Таню вообще? Да, сэр, тише едешь, не доедешь. Классное сохранение, слушайте. Короче, Таня. Смотрите, здесь есть заброшенный завод, возможно, его можно захватить. Загружался почему-то во всех сейвах, вдруг внезапно ящик пропал на 10 тысяч. Параметры нового здания. Какой-то бред. Учеба. Да. Да, да, да. Готово. Инженер. Надеюсь, все ресурсы мы получим за это добро. Ну или хотя бы комбайн. Транспорт готов. Вперед. Транспорт готов. Вперед. Полностью без я не хочу переигрывать просто. Пути. Замечательно. Тише едешь, не доедешь. Блин, да ни хрен достанешь. Уже без иду. Урона, Начинаем по крайней мере. Направление командора включаем. Зона огня. Оружие готово. Начинаем наступление. Да, направление командора. Вперед. Подъезжаем. Стреляйте. Параметры нового здания. Мы остались без ресурсов. Хорошо, он стоит 1000, да? И этот 1000. Потратив 1000, то есть еще 500. Это за 1650. Но этого все равно не хватит. Да, да. Иду. Направление, командор. Командор. Ну-ка, детка, да, детка. Готов. Да, 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 командор. Транспорт готов. Отъезжаем. Совершенствование. Готов. Направление, командор. Транспорт готов. Покажите дорогу. Будь почти там. Транспорт готов. Транспорт готов. Отъезжаем. Потеря. Не, слушайте, это нереально так играть-то. Короче, товарищи, я решил, пойдем немного альтернативным путем. Тем более, такой вариант тут есть. И странно, что я сразу им не воспользовался. Тут в левом нижнем углу есть возможность... Есть два здания, которые можно захватить. Ну, я, очевидно, их показал, наверное, да? Ну-ка, детка. Так что давайте их захватим для начала. Я не знаю, в какой момент ящик тут появляется, но даже сейчас его нет. Ну-ка, детка. Типа без этой 10 тысяч, которые нам дают, играть невозможно дальше. В пути. Ай-лу-лу. Да, детка. В пути. Ну-ка, детка. Нам хотя бы сборщик нужен. Ну-ка, детка. Почти там. Ресурсов этих. Ну-ка, детка. Ну-ка, детка. Я здесь. Выдвигаюсь, босс. Без этого просто нереально. Пути. Покажите Почти дорогу. Стрелять. Не опасно прощались. Нужно прыгать, сэр. В любое Ай, время, босс. Подвигаюсь, сэр. Выдвигаюсь. Лучше подальше от бочек вот удержаться. Приказ. Параметры нового здания. Я не опоздаю. Где же вечеринка? Почти там. Нужно починить? Нужно починить? Похер на этот госпиталь. Так он сам по себе ничего не дает, все равно. А, мы уже даже так и задумывались с разработчиками, что именно отсюда будем идти. Тем более тут вот кажется, что вроде как легче. Во! Смотрите-ка, вот вам и ресурс. Хотя бы так добудем. Немного ресурсов. Ну-ка, детка, в пути. Я здесь. Ну-ка, а то ситуация удручающая весьма.
Выдвигаюсь, босс. Ай, Лулу. Вот дальше Таня все сделает. Ну-ка, детка, по старинке. Ну-ка, детка, покажите дорогу, я здесь. Почти там. Ай, Лулу. Ну-ка, детка. Выдвигаюсь, босс. Да, детка. Выдвигаюсь, босс. Ну-ка, детка. О-ла-ла. О-ла-ла. Ай, Лулу. Почти там. Да, детка. Готово. Так, Таньку, пожалуйста, не убивайте. Сохраняемся. Все, пошел сбор ресурсов. Покажите дорогу. Ну-ка, детка. Я здесь. Даже если этого пакета, ящика мы не увидим, то хотя бы мы можем ресурсы сейчас добывать. Здание. Ну и пускай. Где же вечеринка? Новый клепается. О-ла-ла, подстрелять. О-ла-ла. Что они, блин, всех на верную смерть посылают, а? Тебе и любимая миссия. Хорошие такие подарки. Подкидывает. В любое время мало денег. Главная задача выполнена. Выдвигаюсь, босс. Ай, Лулу, почти там. В пути. Почти там. Готово, ну-ка, подкрепление, детка, прибыло. В пути. Почти потерян. Там. Я служу Советскому Союзу. Где-то я? Потерян. Капец. Жуткий пёсель. Так, надо сначала забрать 10к, а потом сохраниться. Потерян. Идет радиосигнал. Да? Да, командор, это понравится. Это призванный танк Эйнштейна. Аккуратно, не обождитесь. Люблю мужчину в униформе. Потанцуй, почти там. Здание занято. Все, бабки у нас, сохраняемся. И вот теперь можем спокойно играть. В пути. В пути. Почти там. Готов, вперед. Замечательно. Покажите дорогу, почти там, в пути. Юнит докладывает. Да, сэр. Мало энергии. Что мне делать? Параметры нового здания. Здание. Иду. Страшновато. Я сделаю это. Я сделаю это. Иду, иду. Транспорт готов, нет докладывает. Этот солдат одет в ядерный боевой костюм. Они могут облучать большие участки земли, таким образом препятствуя продвижению пехоты и легких транспортных средств. Потеря. Строительство окончено. Параметры нового здания. Здание. Да, сэр. В любое время, детка. Строительство окончено. Почти там. Ну-ка, детка, в любое время выдвигайся. Так, ну-ка. О-ла-ла. Идите-ка сюда. Пути. Готово. Бог, тут некого обучать вообще. А Таня идет по пятам. Параметры нового здания. Как понять? Здание. В любое время пути. Ну-ка, детка. Так, нам надо поскорее в призма-танки выйти. Управление командором уже иду. Юнит не справляется. Готов. Юнит докладывает. Подъезжаем. В любое время, босс. Выдвигаюсь, босс. Готово. До этого надо лабораторию построить. Закончено. Здание. После этого пойдет. Да, да, сэр. Оружие готово. Где же вечеринка? Почти там. Даже ракетчики нам тут не понадобятся. Так, сори за отсутствие звука.
Подкрепление, командор. Едешь. Замечательно. Так, начнем потихоньку их харасить. Уже иду. Покажите дорогу. Блин, вижу, но кого... Что на огне? Где же вечеринка? Кого нулевой, блин. Уже иду, глянься. Юнит докладывает. Да, сэр. Подозрение. Покончено. Новая энергия. Здание. Параметры нового здания. Все. Пошли клепать. Так, Таньку надо беречь. Строительство окончено. Здание. Установлен новый пункт сбора. Транспорт готов, подходим. Готово. Юнит докладывает. Транспорт командор. Юнит докладывает. Не доедет. Ну так пошел и обосрался, будто в него этот жук поганый влез. В любое время я там. Готов. Тихо. Эти танчики хрупкие весьма. Готово. Совершенство. Направление, командор. Потанцуй, ну-ка, я стрелять бы. Да, сэр. Строительство окончено. Управление, командор. Зона огня. Да, сэр, не доедешь, не доедешь. Зона огня. Замечательно. Да бы не летело, чтобы мимо полетело. Готово. Подъезжаем. Готов. Уже иду. Пути. Вперед. Пути. Готов. Подъезжаем. Покажите дорогу. Да, готов. Вперед. Не могу развернуться. Выбрано главное задание. Направление, командор. Готово. Уже готово. Как видите, очень эффективны призма-танки. Совершенствование. Причем у них, как видите, очень сплэшовый урон. Даже по союзникам могут херануть. Поэтому и держу я их, так сказать, позади. И стрелять они умеют сквозь стены. И вообще много чего умеют. Готово. Но хрупкие. Потеря. Тихо. Совершенствование. Все, базу уничтожили, строить новое ничего не могут. Уже иду. Готово. Уже готово. Зона огня. Начинаем наступление. Готов. Здание. Юнит докладывает. Подходим. Оружие готово. Покажите дорогу. Готово. Готов. Юнит, совершенствование. Где же вечеринка? Направление, командор. Уже иду. Направление, командор. Готово. Потеря. Строительство окончено. Направление, командор. Не могу развернуться. Готово. Да, готов. Готово. Потеря. Оружие готово. Подъезжаем. Пути. Вперед. Готов. Замечательно. Где он готово. Там, а? Начинаем наступление. Замечательно. Оружие готово. Уже иду. Пути. Зона огня. Оружие совершенствование. Готово. Не доедешь. Подъезжаем. Готово. Так, очень надеюсь, что сюда не опасно входить. Сдохнет Таня, провалим миссию. Придется половину начинать сначала, поэтому сейф. Потеря. Готово. Просто обожаю танк призма. Такая имба, дальнобойная. Гигантский урон вообще по всему. А толпой могут гасить в соло все. Так, что, кто-то остался еще, что ли? Видимо, эти здания надо уничтожить. И, кстати, сквозь стены могут стрелять эти призванные танки, что самое главное. Оружие готово. Юнит готово. Но они медленные.
Уже иду. Подходим. Есть такое. Начинаем наступление. Юнит прокладывает. Начинаем наступление. Уйди. Подходим. В целом достаточно эффективно против всего. Уже иду. Потеря. Миссия выполнена. Несложная миссия, на самом деле. Тут и Таня, и Призма, и все, что можно. Вы спасли Сент-Луис, прежде чем нашим гражданам смогли навредить. Да, перебив половину населения, конечно, да, это уже другая история. Ладно, еще одна миссия позади. И на этом все. С вами был Павел Первый, товарищи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте рук себе, оставляйте комментарии. Увидимся в следующих видосах. Всем пока!